dvhub.ru. На 25 человек идут служить здесь, в Хабаровске. За пределы никто не выезжает. 5 человек в Владивосток на Тихоокеанском. Вы знаете, ну, во-первых, на самом деле мы сегодня провожаем призывников. Это уже становится такой доброй традицией. Замечательно, потому что от папы с мамой, от бабушки, дедушки до губернатора, до командующего округом. Сегодня этому уделяется большое внимание, и мне очень хочется сказать о том, что вот сегодня, глядя на призывников, на ребят, которые уходят служить в вооруженные силы в Российской Федерации, во-первых, радостно от того, что они физически здоровы, они физически крепкие, это первое. Второе, то, что они еще и сегодня обладают той спецификой, которой не было в советское время, то есть они еще и подкованы интеллектуально, они сегодня работают и с гаджетами, и с андроидами, и с айфонами, то есть ребята сегодня подкованы. Помните всегда о том, чьими сыновьями, внуками вы являетесь. Вы наследники великой славы русского воинства. Наши предки никому и никогда не позволяли топтать своими грязными сапожищами нашу святую русскую землю. И мы очень надеемся, мы ветераны, очень надеемся, что вы всегда будете помнить об этом. И если у кого-то из потенциальных наших противников возникнет желание снова испытать нас на прочность, вы встанете во весь рост и никогда ни в коем случае не пустите на нашу землю ворога. dvhub.ru